Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, по аккордам. Ставим квадастер на первый лад. Играем F, C, G и АМ. Сначала нам нужно поставить F либо так, ну, в идеале еще, конечно, шестую включить большим пальцем. Ну, либо вот так, ну, тут уже сложно будет. Легче, хотя просто, но лучше можно еще большим. То есть играем большой бас на шестой струне, большим пальцем зажимаем, вернее. Итак, мелодия. На второй струне 1, 3, 0, 0. Тройкой мы играем аккорд. Потом в конце на второй струне 3-1. То есть получается. Теперь ставим С и то же самое. Ставим G. В G играем на второй 3-1-0. И в конце 1-0. То есть вот так. Давайте еще раз. Вот. Ставим АМ. На первой, вернее, на второй стороне 1-0. И на третий 2. Промежутки, пространство, все просто вниз можно играть. Припев переходим, играем на первый 3 и ставим F. Тут уже на первой струне мелодия. То есть играем, ну, если квадрат считать 1-1-1-1, 3-0. Ставим С, опять на первой струне мелодия, и в конце в С 1-0. Ставим G. G играем так же, только на второй струне 3. Потом в конце в G на первый 0, и опять, на первый 0 и на второй 1. Ставим АМ. Играем на второй 3, потом на второй же 1, опять 3-1 и F. F на третий 2. Давайте попробуем просто медленно сыграть. Потом, когда последняя часть припева, тут играем вторую, третью, С ставим, тут играем 1-1, 3-1. Мы играем
играем 1-0-1-0. То есть мы начинаем просто джи. Ставим АМ. Все песня. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.